Да за нахуй, а? Простая же миссия, блядь. А, нет, смотри. Так, Отлично. сначала надо машину принять. Пока не поднимем. Вали за машиной. Если приедет без тебя, вообще нормально будет. Я их перестреляю, не важно. Че, блин, по карте-то где она? Рядом. Прав были бы уже, да похер. Да тут их почти нет. Почти нет. О, черненькую. Это твоя, что ли? Угу. Да вы издеваетесь. Поднимайся, поднимайся. Да машина застряла жопой. Она на лесенку на первый наступила и повисла в воздухе. Низкие машины. Я могу нее из РПГ шмальнуть, хочешь? Нет. Все, давай, вали. Уже. Туда прям. Вернитесь. Да пофиг. Окей. Они уже едут. Готовься. Да ладно. Есть. На ступеньках. Выбирай. Главное, уходи отсюда. Че опять случилось, блядь? Ну-ка, караси. Блядь, только у нас все получилось, а? Да, я такой красивый поезд застрял. Сука. Карасик, лошара, блядь. Вы давайте еще откажитесь там, блядь. Я сейчас точно все порешу, блядь. Блядь, достижения упорные не дадут. Нам толковый нужен человек. Так, Кира, соберись. Вот сейчас хорошо сработали. Вообще. А вот я за машиной звоню пока. Давай, давай, вали. Ты еще подальше я не могу поставить. Ну, не знаю. Бля, какое жесткое ограбление-то, блядь, готовка. On the position. Ожидаю тебя. Угу, поднимайся. А со второй крышей с нижней он разбивается, да? Если упасть. Нет. Ну, смотри, сколько жизни осталось. Все, вали. Да уж. Thank you.
Так, они вроде подъезжают. Да, подъехали. Готовься. Первый есть. Второй есть. Забирай. Все. Знаешь что, вали, вали. Я выберусь как-нибудь. Неси. Они все за тобой, вали. Это жесть полная. Они мне так бодают. На военной базе запасней. Согласен. Мимо. Ты меня заметил. Это где? Не в желтой точке? Не. Я тебя понял. Сейчас будут твои вертолеты отстреливать тогда. Ах, жди. Там я почему я в поле зрения не попал. Но как-то они меня уследили. Бить на меня. Блять. Охранник только вот ТЦ. Че, издеваетесь что ли? Есть. Пошел, пошел. У тебя еще не отстали? Нет. У меня отстали. Я от вертушки чуть-чуть на стол. Присаживайся. Куда-то поехал, блин. Я тебе тачку пригнал хорошую. На. Да нет, все. Смотри, какая классно. Садись. Да не, мне с вами. Все, готово. Погнали тогда. Я к своей привык, малютки. Так, а интересно, у них там как? Ну, если еще не провалили, и жизни команды один, значит, пока нормально. Я бы помог бы, если бы знал, куда ехать. А может, убили уже, кстати. Ты за мной прыгнул? Нет, еду за тобой только. У меня там такой полет сейчас. Я по встречке. О, еще один полет. Блин, классная тачка. Вот он тащит вообще. Моя тоже. Нет, я думаю, это быстрее. Ну, так, я приехал. Я хочу себе в гаражик. Нельзя. Супер. Красавчик, на золото прошел. Нет.
Сколько денег дали? Блин, не обратил внимания. А это тюрьма. Да. Давай, иди садись. Придурок, блядь. Так, в чем загвоздка тюремщик? Вот я не помню. Я не знаю. Привлекай внимание, едь по правилам. Не нарушай, главное. Как ты думаешь, подрывник уже взорвал автобус, который должен приехать? По сути, должен. Ну, по крайней мере, уже вот. Куда ты поехал? Сорянчик. Ооо. Проезжай. Это первое лицо. У меня нормально, у меня не первое лицо. Я люблю так. В GTA-шке. Идите. Дальше, дальше, проедьте. Не пускает. А. А что за звук? Блин, они тут все зубов вооруженные. Ну я помню по винюшкам. Народ запрыгнул. Сейчас ты пойдешь туда, они начнут стрелять. Не помню, куда надо идти. Но помню, что помнишь, народ забирался наверх по лесенку. Каким там? Да пошли. Где-то тут. Ну, пойдем. А где лесенки? Мне не нравится, чувак, отойди от него подальше. Мне тоже. Что за херня? Угу. Вот лесенка. Вали всех. Он уже в другом месте? Осторожно. Там еще нам выше будет. Вон ползет. Весело. Дереть. Они же не должны... 5 звезд, блядь. Угу. Главное, Рожковский внизу, внизу тоже. Блядь, убили. А почему они начали стрелять? Пошли, куда надо.
Но они по-любому начнутся. Так, это Рожковский. Блин, наверху что-то поймал. Блять, убили. Бля, я не знаю, как это делать. Ну, вообще. Там, там был кто-то у тебя еще? Или ты внизу стрелял? Я потом уже внизу. Вроде не было никого. Давай в другое место пойдем. А там без разницы. Все равно нам, по-моему, так лезть. Детей в школу везут. Ага. А, я сзади должен идти, слышишь? А. Слушай, ну сейчас только что написали. Заключено обычно спереди идет. В общем-то, как мы шли. Ну, давай попробуем, я сзади пойду. Слышь? Угу. Открываться будет? Она открылась уже. А у меня закрыто. Стой, 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 стой. Вот, поехали. Я каждый раз, подъезжаю, дают опыт. Где? Мне нет. Не раздражает этот звук. А, ну чё? Спереди, вот видишь, закрыт всё. Хотя смотри, ты типа меня толкаешь. Ну давай, будем идти. Что-то чувак, когда выстрелит, сразу за угол на лесенку. Четко за мной стой тогда. Иди за мной, в смысле, четко. Стой, 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 стой. Блять, у меня в голову попал. Давай залазь. Давай залазь. Залез? Угу. На лесенку. На лесенку снимай. Прикрывай меня сзади, наверное, если сверху кто-то полезет. Ah.
Стреляют очень больно даже с расстояния. Блять, снизу. Через решетки пробивают. Ёжики. Прям на меня выбежал. Двор вроде чистый стал, не? Вроде да. Да я спуститься не могу. Погнали за этим. По сути, сейчас должен прилететь к нам самолет на помощь. Не сюда. Осторожно, сейчас волна будет. Что случилось? Блять, убили самолет. За ним просто истребители вылетают. Надо уходить от ракеты. От ракеты надо уходить. И это жестко. Не знаю, как мы тебе будем проходить. Где-то так же. Да, поначалу, да, но все фейлы были. Вот последний час. Вот только сейчас удалил. Старые видюшки. Да память, блин, закончилась говно. Блин, его как-то жестоко штырит. Он не ладает? Нет. Он не, просто наркоман. Я бы хотел сам сейчас сесть на место пилота очень сильно. Интересно, а почему у него провода нет? Допил. Куда ты полетел, дебилоид? О, точка сброса уже здесь. Кого сбрасываем? Пилота, блядь. Точка где-то выше. А, да, точно. Не, ну, мне кажется, он не долетит до туда. Эй, сильно. Ое. Фу, прыгаем. А как парашют раскатил? F. F, окей. Вроде. Да. Главное не умереть, когда приземляться буду. Да, это, кстати, запросто. Есть.
Ты садишься? А что, обязательно? Да. Хоть пилот другой. Тателка. Ты какой-то звездец. А вот этого движок, кстати, наёбнутый. Да. Опять может не долететь эти. Да, у меня было такое. Вот на этой же хрени, кстати, летел. В воздухе заглох и пал. Что ты теперь курму будешь покупать? Да. И круто. О, у тебя платина, ни хера себе. Тысяч? А, 400. 20. Ну, бонус за первый раз. 320 тысяч. А, 100 тысяч, короче, да? Угу. Нормально. Левел 18. Однако. Ну вот. Я после такого не только бухнул бы. Возможно, даже кокса